Здравия всем! Вы на канале Марка и Елены Дерегетти. Мы находимся в гостиничке. И вот такой вот вид. На улице почти 30 градусов тепла. Сегодня 14. Ой, какой красивый вид. Сейчас я вам покажу. 14 сентября 2019 года. Вот такие там зонтики внизу. Плохо видно. Мы остановились в гостинице. Вот такого плана. Сейчас мы так прикроем чуть-чуть. 3 звезды. Местечко Лозоне. Местечко Лозоне. Ну вот мы приехали с одним чемоданчиком на двоих. Нам только одну ночь переночевать. Вот за одну ночь нас взяли 129,10 чентезимов. Ой, гостиничка у нас вот так называется. Вот она. Вот какие-то тут надбавки. 90, 4,55, 15. Вот это тканевая. Вот так вот два креслечка. Столик. Даже эти не креслечка, это какие-то пластиковые стулья. Все дешевое. Столик. Кондиционера нет. Есть вентилятор. Есть телевизор. Вот такой вот шкафчик. Есть маленький холодильничек. Чайник. Чашки. Заварка, есть вода, газированная и нет. Прикроватные тумбочки, шкаф, но мы в шкаф не пойдем. Есть вот такое вот зеркало. А вот она, я в зеркале. И у нас вот так. Если кто-то скажет, что вот вы нам снимаете какие-то дешевые гостиницы, куда заезжаем, то и снимаем. Вот она я. Вот, кстати, здесь зеркало, которое увеличивает. Да, вот оно увеличивает. Душевая кабина. Ну и туалетик. Марка говорит, что подушка очень мягкая. Он мне... Да, ко мне все равно, на какой подушке особенно, я не волнуюсь за это. А, вот он волнуется. Прикину на биомопрезу. Я попробовала открыть жалюзи, что-то у меня не получилось. Но такая там площадка. Вон она, наша машинка стоит серенькая. Видно задок ее. А мы сейчас перейдем вот туда и пойдем в другую гостиницу. Там в ресторане мы будем праздновать сегодня свадьбу. То есть мы побыли в церкви, а теперь мы идем праздновать в другое место. Аперитив и ужин. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, кому понравилось. Марко, салюти. Чао-чао. Чао-чао. Не моментально, baby.